Всем привет, друзья, канал Мусалин. В работе у нас Хавайл Джолион. Мобиль приехал к нам, сделать жидкие подкрутки. Показываем готовую обработанную заднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность. Наносим данный компонент с пульверизатора. Толщина достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Ждем, пока подсохнет, чтобы собрать подкрылок и установить на место колесом. Ну а пока ждем, мы обрабатываем штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Толщина его 7 мм, называется он блокшот. Так выглядят наши жидкие подкрылки, шумоизоляция лакиров на автомобиле. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!